Здравствуйте. Мне вот интересно у вас узнать, как вы относитесь к тому, что у нас Владимир Владимирович Путин будет править вечно России? Ну что вот вы думаете об этом? Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем борьбу с избыточным снегом. Началась суета по уборке снега во дворе. Сюда пригнали тракторы и каких-то теток. Скажите мне на милость, а вот это кто будет убирать? Они все прячутся от камеры, так как будто они находятся в федеральном розыске. Что мешало им, собственно, убрать вот эти сугробы? Ну, просто я вот задаю себе вопрос. То есть здесь был трактор, который мог разворошить их, сгрести ковшом и, опять же, переместить вот сюда. Почему этого не произошло? Как вы думаете? Еще одно очень интересное наблюдение, знаете в чем? Они разрушили вот этот вот сугроб до этого места. Как вы думаете, почему? Для того, чтобы здесь мог кто-то пройти или поставить машину? Ну, конечно же, нет. Затем, чтобы не было видно в камеру вандализма. Юный собаковод. Следует отметить, что надпись сделана экологически безопасными веществами, растворяющимися в воде. Руки можно отмыть без мыла, чего не скажешь о собачьей шерсти. То есть, по своей сути, это был не процесс уборки, а процесс порчи декораций для съемок видеороликов. Вот что это такое. Сказочную кучу тают, а вся эта вода идет в подвал, в щели, а дальше фундамент. Мне вот одно интересно, жители этого дома, они, собственно, чего ждут? Пока он упадет им на голову? В интернете присутствует сайт, страница управляющей компании, где они отражают расходы. На уборку общедомовой территории отводится 444 тысячи рублей. Это данные за 2018 год, за 2019 пока нету. А вот на какие-то там расходы по управлению многоквартирным домом приходится целый миллион. При том, что это за расходы и каков их характер, совершенно не ясно. На что? Мы можем предположить, что дяде на яхту, проституток и кокаин. Ну и еще какую-то часть на взятки для скота собак. Представьте себе, какого размера эта кормушка. У общества с ограниченной ответственностью жилищный трест Кировского района есть директор. Не наш мэр, у него даже значок он есть на шапочке. И вот это Василькова. Директор управляющей компании. УК «Жилищный трест» Кировского района.
Юлия Олеговна, здравствуйте. Прозвище Орех. Здравствуйте, почему у меня воды горячей дома нет? Там ничего не делают, только что был по этому адресу. Ну, пожалуйста, куда он просит? Там ничего никто не делает. Вот, вот здесь, наверное. Воду мне включайте, будьте добры. Передаю привет Ореху. Желаю вам добра и счастья, а самое главное, стойко перенести визит налоговых инспекторов. А ведь это хороший вопрос. 1 000 000 рублей по году. Что это вообще за доходы? И самое главное, куда и кому они направляются? Подписывайтесь на канал, проверяйте подписку, ставьте лайк этому видео и пишите длинный комментарий. Добро пожаловать в обсуждение. Все ссылки в описании. Благодарю за внимание. Всего доброго. Будьте здоровы.